Вот уже 9-й день нахожусь, отдыхаю в Пунта-Кане, в Доминикане. Все очень нравится. Пугали меня тут, что будет сезон дождей, там непогода будет. Вот сейчас начали отдыхать 23 июля, сейчас 30 июля. В Пунта-Кане один раз прошел какой-то дождик, одну минуту, даже незаметно, я кончился. Единственный дождь, это я видел, когда ездили в Саону, кстати, очень классное путешествие в Саону, на остров Саона Красотища, вообще классный экскурсовод Илья, очень хороший. На катере проехали с большой скоростью по Карибскому морю. Вот там единственное, застал дождь, ну он такой был сильный, ну не знаю, минимум 5-10 может шел. И буквально приехали когда на остров, следа дождей этого вообще уже не было, как будто там не шел. Так что не слушать меня. И также вот мы у ребят, которые живут в Сауне, спрашиваем там про сезон, не сезон. Говорят, все эти сказки, постоянно погода хорошая, так что не надо и бояться, что туда говорит, что тут не сезон, и дожди. Так что все отлично. Вот живу в отеле «Сириус Пунта-Кана», отель шикарнейший, классный. Все хорошо, и обслуживание, и люди, кто работают, и питание все хорошее. Был в мексиканском ресторане, потом ходили в ресторан морепродуктов и японская кухня. Самый класс японская кухня и морепродукты, а мексиканский не понравился вообще ресторан. Вот, в общем, два класса ресторана отличный, а мексиканский очень такой слабенький. Так что все отлично, приезжайте в Пунта-Кану, никто не слушает никакие про сезоны. Все тут классно, земной рай. Все.